Вот эта группа поддержки сзади какая-то подозрительная. Бороды? Да, она так и сказала, отрыли ему бороду, представляете? Никто ничего не видел. Так, все, диджей, давай, мы готовы. Маша, первый выход. Финал, хаос. Погнали, туса. Thank you.
Вот такая туса. А, ребят, буквально пару слов, прежде чем мы сейчас на суде, да, выберут победителя. Просто пару слов хотел бы сказать, что давайте еще раз скажем спасибо тем, кто это организовал, да. Настя, прежде всего, это просто ее огромная заслуга. Вот. А, всем нашим диджеям, которые просто так согласились сегодня отыграть, для того, чтобы просто прокачать, чтобы это за культуру, за танец, за все, поэтому... Ну и, конечно, спасибо всем, кто вам, кто пришел сюда, кто, кому нужен танец, кто верит в него и кто живет этим. Спасибо большое. Спасибо. Окей, ну и что, давайте, судьбоносное решение вечера. Раз, два, три. Карл. Человек, который может танцевать бесконечно. Еще раз спасибо большое всем. Спасибо этому замечательному клубу.